И снова всем здрасте. Немного информации. Сейчас вот пытаются, какой день уже, YouTube заблокировать. Фу, приходится переходить на другие площадки. Если что, в описании под роликом. Там Яндекс.Дзен и Телеграм-канал. Просто народе и телега. Если что, переходите по ссылкам, подписывайтесь. Ну и все. А я иду дальше. А дальше я иду за кленовым соком. Там еще бутылочки остались немножко. Я их сейчас доберу, что набежало. И все, на этом с кленовым соком будет завязано. С кленом березовым будет все завязано. Насолил, накоптил, наморозил. На лето маленько. Ну, как-то так. Ну вот, ребята, вот с этого незрачного клена мы собрали около 30 литров сока. Кленового. С этой березы мы кленовый сок набрали. Кленово-березовый сок получился. И вот тут стоят еще бутылочки у нас. Вот в этих березках. Я сейчас уже загрузил себе 2, 4, 7 литров. Гора сгорела у нас вчера ночью. Паша видел. Он высоко живет на 9 этаже. И видел, как ночью горело здесь. Один год мы с ним выгуливались. Пожар был. Там он горело. Вообще караул. Ссылку вот здесь поставлю. Вот тут ссылочку оставлю. Вверху посмотрите, какой там пожарище был. Пытались потушить. Какой там. А еще потяга, ветерок. Такое не потушить в рукопашную. Вызвали пожарку. Но мы так ее и не дождались. Снег еще лежит, вот поэтому и не дало разгореться. Сюда вообще не пошло, и там поверху где-то остановилось. Все равно подожгут, идиотов хватает. Ну как-то так. Клен, вон какие уже почечки выпустил. Все, он больше не доится. Надо сегодня еще вербочек накосить. Паш, надо еще сегодня вербочек накосить. Вербное воскресенье. Всех с наступающим праздником. Вербного воскресенья. Всем здоровья. И пока.